Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ОГЭ «Информатика». Задание 6. Ниже приведена программа, записанная на 5 языках программирования. В данном случае только я взял один язык программирования Python, потому что преподаю на Python. Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных S и T вводились следующие пары чисел. 1, 2, 11, 2, 1, 12, 12, 11, 12, минус 11, минус 12, минус 11, 12, минус 12, 11, 10, 10 и 10, 5. Сколько было запусков, при которых программа напечатала «Да»? Для этого давайте попробуем разобраться в данной маленькой программе. У нас вводятся две переменные S и T. Они целые, и я переведу язык Python на русский язык. If — это если S больше 10, OR — это или, или T больше 10, print — да. То есть если у нас переменная S больше 10 или переменная T больше 10, то программа напишет да. Иначе print — нет, программа выведет нет. Для нас по данному условию, что программа напечатала «да», интересен тот вариант, что у нас одна из двух переменных S или T должна быть больше 10. И начнем разбираться. Могут быть они оба больше 10, а могут быть только одна из них. То есть нам достаточно одного. 1, 2. Они не больше 10. Вычеркиваем. 11, 2. 11 больше, поэтому программа напишет «да». 1.12. 12 больше 10, программа напишет «да». 11.12 и 11.12 больше 10, программа тоже напишет «да». Минус 11, минус 12, они меньше 10, поэтому мы вычеркиваем, программа напишет «нет». Минус 11.12, в данном случае число 12 больше 10, «да». Минус 12.11, в этом случае у нас получается минус 12 меньше 10, но 11 больше, поэтому программа тоже напишет «да». 10.10. Вот здесь у нас S и T должно быть больше 10, а не равно. Поэтому программа напишет «нет». И 10.5 в этом случае у нас тоже программа напишет «нет». И получается у нас 1, 2, 3, 4, 5. Было напечатано 5 раз слово «да». Понравилось видео? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забываем нажать на колокольчик. До новых встреч!